Так, там подобрать, кроме патронов, нечего. С патронами я не полезу. Однозначно. Сюда я тоже не полезу. Пошли далее. Батюшки мои, что ты их там многовато снова. Давай, 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 иди сюда, сейчас перегрузочка на тебя будет. И я вот так вот поступлю сейчас. Одним ударом снял его. Добил. Так, единственное, опять сняли. Да сколько можно-то? Кого там? Кто у нас Кенни? Кого так часто убивают? Фа! Обломался. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Шикарно. Щиты срочно. Yes. Рискованно было, но... Так требовалось, друзья. Снова тут камера, ничего тут нет. Но у меня патроны, последние 4 патрона. Наверное, стоит уже винтовочку, пожалуй, взять. Фу. Опасно. И напряженно, кстати говоря. Но вот мне нравится уже такой бой. Он более-менее достойный. Дает много пострелять. Так, нам нужно бежать туда дальше. Почти уже добрались до выхода. Активность гетто в секторах с 20 по 35. Вот, по-моему, здесь уже выход у нас. Так, вот там вот есть гетто-боец. Ну, бойцы, нифига не страшно. Ох, как они быстро падают. Прайм. Вот это, конечно, жесть. Так, тут только перегрузочку с ним надо поработать сначала. И вот так вот щит из него снимем. И можно гранатомет расчехлять. Давайте поработаем сейчас. Ну, чтобы долго не париться особо. Бах! Ой, бляха-муха, это что ж такое было? Сам себя повредил, представляете? Упс! Упс! И последний. Yes. Шикарно. Гранатомет здесь, очевидно, мне очень помог. Пошли дальше. Пистолет-пулемет взял, как видите. Что-то... Внизу там их прибавилось существенно. Упс. До свидания. Что у нас здесь? А, тут даже их несколько. А, стойте, тут... А, Тейн у нас. Я думал... Ну, если был Заид, мы сейчас бы креночку бы кинули на них. Они кучненько стояли. Был не... Блин! Офигеть, напугал, гаденыш. Фух. Жестко было. Я чуть не надел кирпичей. Так, отлично, тут добить. Ну вот и все, наверное. А потому что вот этот прайм, он здесь был. Он охранял как бы выход отсюда, я так понимаю. Сейчас заберем патроны. Можно отсюда уже выбираться. Шикарно. Без потерь выбрались отсюда. Значит, сняли эту изоляцию. И теперь с вами можем... пробираться на станцию Атлас. Шикарно. Получена подтверждающая команда со станции Прометей. Только что, где мы с вами сейчас были. Так, ну что, нам снова лететь придется, да? Снова по указателю. Ну ладно, полетели. Главную серверную. Блин, ну мне не нравится то, что он командует. Мощности не хватает, просто элементарной мощности нет. Ну что, мы, наверное, прилетели. Сейчас здесь должны двери открыться, мы попадем в подземный какой-то комплекс, я так понимаю. Или что должно произойти? А, чтобы войти в станцию Атлас. Ух, неплохо.
А кого возьмем? Ну, давайте каких-нибудь других персонажей, что-то мне не очень понравилось. Джек, какие-то галимые у нее способности. Я думаю, что можно взять на самом деле Самару, но там синтетики будут. Если они не будут незащищены, то она как-никак подойдет. Вот. Либо давайте брать Гаруса. И, наверное, тогда Грюнта возьмем. Так вот, ударная смесь у нас будет в отряде. Лучше всего, мне кажется, будет. Так, одно очко есть. Ну как, на заморозку не будем тратить. Лучше сейчас еще насобираем и качнем перегрузку. Следующая ветка, которую мы будем качать полностью, это будет ветка перегрузки. Так, у Грюнта 0 и у Гаруса целых 8 очков. Перегрузку у него полностью прокачаем. Как раз можем ей пользоваться. Это будет тяжелая перегрузка. Принимаем. И плюс еще 4 очка у него здесь имеется. Используем на полную. Погнали! Да. Так. Похоже, вы внутри, капитан. Хорошо. Правда, у меня тут тревожные показания на датчиках. Ну, понятное дело, что хорошего здесь мало будет. А, так, его перегрузку ставим. Она у него полностью прокачана. И ставим свою перегрузку рядышком. Обляться на кнопки 2. И бросок кнопка 1. Это стандарт для меня. Уже просто привык. Ага, и не смог он договорить, к сожалению. Вообще ничего хорошего здесь нам ждать не приходится. Ах вы гады. Закрыл дверь. Злый день. Осмотреть не получается открыть. А теперь здесь получилось. Почему мы туда не смогли пройти? Ах ты гад. Собака, как тресну тебе. Если доберусь. Виртуальный интеллект, блин. Так, что у нас тут с пистолетиком? Давайте-ка его возьмем. Так спокойнее мне хотя бы будет. Опс. Закрыто. Ну что, это музыка у нас? Ага. Приглашает нас сюда. Ну, как мы с вами поняли, Дэвиду Арчеру действительно понравилось. Поэтому он и завладел всеми системами здесь. 1500 кредитов, неплохо. А здесь можно что-нибудь собрать? Давайте смотреть. Нет, ничего здесь сделать нельзя. Что нам нужно выполнить далее? Лифт вызвать. Вызвать на 7 уровень. Да, у нас 7 уровень. Окей. Вызываем. Приготовились. Так, даже не понял. Второй уровень, почему не седьмой? Level 4. Ну, давай arriving дальше. Ничего, ну на седьмой. Сбой в работе системы. Чё за бред? Так, он, значит, по два этажа делает. Правильно, уровень 6. А дальше что? Опять, блин, фигня какая-то. Может, где-то что-то нажать надо? А, смотрите, трехмерная консоль диагностики. Начать разложение моделирования. Это что такое еще? Ага.
Ресеттинг. И здесь необходим третий уровень доступа. Что это такое? Давайте все исследуем. Потому что эти консоли, как мне показалось, не были активными до этого. Третий уровень. Соответственно, по два уровня, если мы сделаем здесь сами вручную, то прибудет на седьмой. И давайте до седьмого уровня. Все правильно. Опа! Разварка началась. Давайте сейчас прям два подряд оглушающих выстрела будет. Бах, бах. Перегрузка. Шиклет, да? Правильно. Уничтожаем. Прячемся. Убили! Ну, не может этого быть. Я быстрое сохранение не делал. Вот гаденыш. Там, если бы, конечно, второй не выбежал, мы бы, конечно, этого прайма завалили бы. Но оглушающие выстрелы не очень, к сожалению, нам помогли. Будем знать. Будем знать. Будем что-нибудь использовать другое. Там перегрузку просто помощнее. Но я не думал, что так все плачевно закончится. Ладно, посмотрим, где мы начнем. А, вот снова. Ну, клево. Мне нравится. Так, сейчас перегрузка будет у нас работать. Обляться. Срочно, 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 срочно. Так, давайте. Раз. Смотрите, как клево сняли с него щитики. Давай-ка. С руки его. Ну вот. Это ж, я говорю, было просто недоразумение. В рукопашку прайма. Это что-то с чем-то. Ладно, давайте на первый этаж отправляемся. А, на один уровень просто ниже. Так, почему обратно? Высоко. Так, поднимаемся.